Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вас приветствуем на YouTube-канале, который ведет Юля Руфлорида. С вами снова Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Орландо и в пригородах этого города. Ну что ж, сейчас мы находимся в доме номер 2 для моей клиентки из Калифорнии. Я напомню вам ее критерии поиска жилья. Значит, дом в районе Доктор Филлипс. Мы нашли несколько домов, мы уже один посмотрели в предыдущем видео, это номер 2, еще проедем попозже в номер 3. Дом находится в районе Доктор Филлипс, как я сказала. Найти мы смогли в ее ценовой категории до 450 тысяч только в старом фонде. Ее возраст дома не волнует. То есть это не обязан быть новой постройкой, но ее волнует, чтобы ей не нужно было делать ремонт в этом доме. Ну, правильно. Дом номер 1, пятерка, да, нам понравился. Ага. Давайте посмотрим дом номер 2. Пробегу быстро по параметрам. Здесь 3 спальни, 3 ванных. Дом выставлен за 449 900, почти 450, но это потолок просто моей клиентки. Это уже дом, мне кажется, должен быть настолько идеальным, да, чтобы она его купила. Мы пока еще не знаем, что там внутри. Посмотрим. Построен дом в 1982 году. Площадь дома 2337 квадратных фит. В переводе на метраж 217 квадратных метров. HOA здесь нет. Налог 4900. Кстати, в этом доме, в отличие от первого дома, публичная канализация, public sewer, то есть не septic tank, хотя район приблизительно один и тот. Ну да. Из чего сделан этот дом? Так, с чего он сделан? Wood frame. А, вот это wood frame, да, все wood понятно. Frame. То есть он из дерева сделан? Мощный. Да. Этот сделан из wood frame. Тут, я смотрю, два этажа, правильно? Два этажа должно быть. А большая земля, есть бассейн. Что плюс? Цена за дом и за бассейн. Хорошо. Что еще хочу сказать, что я не вижу никакой информации по поводу крыши. Когда была поменена? Крыша, скорее всего, да, возможно, она и не новая. Не, ну я так смотрю по состоянию, она не новая, но и не старая. Ну такая. Ну, крыша узнается, знаешь, обычно. Когда течет. Или не течет. Обычно мы смотрим дома, если нам, в принципе, ну, твоему клиенту дом понравился, да, тогда уже узнается дополнительная информация. А, вот о чем. Потому что эту информацию нарывать где-то по всем пермитам и так далее. Да, да, да. Тяжеловато. Нет смысла, если вдруг дом не понравится. То есть, если моей клиентке понравится этот дом, да, тогда я уже буду спрашивать про крышу, кондиционер и остальные новшества. Все, что здесь сказано, это renovated kitchen, то есть кухня была переделана. А сколько здесь HOA? HOA нет. О, нет HOA, это тоже хорошо. Давайте посмотрим. Да, идемте. Пройдемте. Кажется, здесь гараж функционирует. Я не знаю, посмотри. Ой. Что такое? Что тут на входе? Ну, такое окна. Вот, да, окна. И вот на втором этаже тоже окна. Да, у меня чувство, что в доме не было ремонта. Да, ремонта сильно мы не видим. Но покрасили. И то не все. Да, да, что мы видим. Слушай, первый дом был 71-го года, да? Да, но выглядит лучше. 72-го, намного лучше. Этот 82-го. Как... То есть это на 10 лет помоложе, но выглядит... Да. Вы знаете, здесь не делали такое ощущение ремонт с того времени, а просто покрасили. Просто покрасили и все. И ну, то, слушай, и то не перед... Фрейм, она прям... Да, это прям дерево. Угу, да. И то, знаете, покрасили не перед продажей, а видно, еще в этом жили какое-то долгое время, на самом деле. Перед продажей, как они покрасили. Да, нормально. Может, здесь картина у них висела. Знаете, но это мы решили не точно посмотреть этот дом, потому что на фотографиях он выглядел, ну, очень хорошо. Да, если вы думаете, что мы специально какие-то такие дома выбираем, то нет, мы что выбираем. Клиентка, чтобы, да, 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 чтобы посмотреть. И сняли для нее этот дом. Потому что на фотографиях он реально симпатично выглядел. Угу. А, вот проходи, здесь кухня. Так, планировка кухня не открытая. Кухня. Змея.
О, боже мой. Змея. Оставили подарочек. Так, он мне напоминает дом, помнишь, где тоже была неоткрытая планировка и отдельно была кухня. И... я чуть не упала, представляете, вот ступенька, я вот, вот так вот здесь стояла, прям на краю, и тоже там тоже была ступенька эта. Ну что это такое? Угу. Это дом был Валерия, да, у нас, по-моему? Да, да, да. Так мало того, в том доме, хочу прям сейчас на этом заострить внимание, там тоже был камин. Так, точно, водонагреватель. Только он был с другой стороны. Посмотрите обязательно это видео, и вы сравните, дома действительно похожи. Вот здесь только он, камин находится. Кухню сняла, да? Ну да, кухню сняли. Да, ну, здесь тоже камин, здесь угу. Тоже ступенька, я не знаю, зачем. Вот ступенька, вот это, ну, ну вот посмотрите, ну что это такое? Я уже вижу, что он где-то... Он спученный. Посмотрите, вспучившиеся местами. Как будто здесь было какое-то наводнение, потоп. А может, он от старости? Ему просто очень много лет. Вот здесь, знаете, пахнет сыростью, правильно? Вот в том доме пахло свежестью. Знаешь, плесенью здесь не пахнет. Да. Здесь нет никакой плесени. Но какой-то вот затхлый все равно. Есть... Какой-то старого дома. Старого дома, да, нежилой и да. Старого дома. На самом деле его можно делать, но, к сожалению, я не знаю, понравится он моей клиентке или нет. Я думаю, что нет. Нет, я тоже думаю. И ремонт она делать не будет. Она молодая девушка, ей не надо, конечно. Работает 8 вечера, потому что работает по калифорнийскому времени. Очень поздно заканчивает. Ей это не надо, конечно. Ну вот эта ступенька убивает. Так, ну ладно, хорошо, можно еще раз кухонку заснять, а то я вот не видела вот этого. Вот здесь полочки, страшные полочки, смотри. Ну хоть бы полочки бы покрасили, правильно? Боже. Ну вот так. Что, кухню сделать? Да. То есть вот, смотри, они поставили, вот холодильник, я не скажу, нет, он не новый, General Electric. Это не новый холодильник, но они его могли в аутлете купить они за копейки. Уже, да. Да, 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 потому что видно, что он не новый. Так, ну кухня что? Ну вот это гранит. Вот единственный плюс это гранит такой симпатичный, в принципе, и все. Фасады в белом стиле. Мебель с Икеи. Да, 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 да. Ну, я знаю, такие фасады, в принципе, они это есть. Она смотрится хорошо. Угу. Смотрится. Да, да, да. И, хотя бы светленькая, да? Глубокие даже. Угу. Полочки. Хорошо. Здесь проход с другой стороны, вот видите. И также можно вот на второй этаж подняться, что мы сделаем сейчас. А это что такое за комнатка, скажи? Такая здесь вот... Здесь можно поставить столик для завтрака. Обеденная, да? Но такая. Я думаю, это официальная столовая, нам надо ее найти. Это просто как для завтрака. Завтрачная, да? Ну, что-то вот в этом есть. Мне и так, кажется, мне да. Вот это нравится, вот да, эта задумка. Угу. Да, вот этот момент мне нравится в этом доме. Что окна со всех сторон и выходят на бассейн. Это мило. Хорошо. Пройдемте дальше. Бассейн покрасили. Ага. Знаешь, столовая... Площадь для столовых, вот, для да. Гостей. А, гостей. А там для гостей, да. Зона для завтрака. Угу. Ну, покрашено так себе. Вот видите, от блики. Ну, такое. Перекрашивать надо, в общем. Так, это что? 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 Нету света. Ладно, без света обойдемся. Ночной окна режим. Окна старые, если в прошлом доме были совершенно новые окна. Здесь окна старые, видишь? О чем я говорила, в старом доме да. Стекло только. Только одно. Вот. И они очень так хорошо пропускают. Все. И холод, и холод, и тепло. И тепло да. Да. Ну вот, такое. Следующую комнату проходим. А, опять так. С ванной они ванная. Так, ну ванная, да, какой-то ремонтик они сделали. Я не думаю, что это было. Ну вот потолки точно это... тех времен. Вот ванная точно тоже новая. Так, далее. Вот так. Что у нас здесь? Так, гардеробная.
такая. Гардеробная. Это мастер. Жух. Гардеробная достаточно свободная. С двух сторон можно разместить одежду. Окна почти в пол. Так, а здесь что, не включается свет, да? О, а здесь смотри, зеркало-то смотрю, какое. Просто ни одной лампочки. Да, выкрутили, забрали с собой. Кстати, вот могли бы сделать две раковины. Могли бы, да. Это хозяйская спальня все-таки, да? И ванная хозяйская. Так, что у нас здесь? Ой, немножечко так это тесноватенько, да, кажется? Из-за потолков, что ли? То есть так немножко С ванной первого дома. А, да, клаустрофобично. Ну, вот как есть. В общем-то, да, очень так все узко, неприятно. Что сказать? Видишь, опять-таки дверь. А, вот эта дверь, да, это прикольно. Ну, вот так вот решили сделать. Мне кажется, вот именно в эту ванную нужна именно такая дверь. Ну да. Иначе совсем. Нормальная обыкновенная дверь, она здесь съела очень много. Угу, да, она и так узкая. Да. Ну, в общем, мастер-бедрум выглядит вот таким вот образом. Это такая дополнительная, да, комнатка такая тоже какая-то. Да что хотите. Так, сарай там вон я вижу. Так, хорошо, пошли дальше. Что у нас там? А что здесь? Погоди, погоди. С этой стороны. Да, полочки. Ага. Да. Спальня. У них три спальни, я сказала. Да. Здесь у нас две. Да. Слушай, а вот здесь мы были? Давай гараж посмотрим. Да, гараж. Вот что здесь, да, гараж или тоже бонус-комната, как в предыдущем видео? Ага, здесь гараж. Здесь гараж. Ага. Так, краски-то, краски. Может, типа они говорят, сами красьте? Что, не собираюсь его как-то покрасить? Ага. Ну, вот так. Очень много плесени в гараже. Ты видишь? Смотри, на плинтусах. Вот как будто он тонул. Ну почему же так? Здесь какой-то был потоп, да? Может быть и был какой-то здесь продырявился этот потолок. И как пошла вода после. Может быть, даже левый период здесь какая-то ложбина, да, находится. Да, может быть. Но не хороший такой признак, да? Да. Уже нет. Стоит задуматься. Знаешь, если посмотрите. Апрейзл, оценщик, который дома в этом видит, вот это вот. Вот это вот. Его не оценит. А давай пощупаем. Ой, я бы не щупала, осторожно. Плесень не. Плесень может быть не очень хорошая, кстати. Здесь она есть. И сейчас это все сухое. Но даже дождей, да, но это после дождей может быть так. Кстати, здесь образовывается место для, да, стиралки, сушилки. Стиралки. Ага. Слушай. Ну такое. Угу, понятно. Нет, мы такой дом не рекомендовали нашим покупателям, скажем так. Тем более цена все-таки. Здесь мы снимаем 450 тысяч цена. Да, да. Мне кажется, даже бассейн спасибо. Угу. Мы снимаем просто, чтобы вы имели в виду, какие вообще сейчас выходят дома, за какую цену. Наверное, снизить надо им уже. Все улетает. Да. День номер один. Да, да, максимум два. Это уже понятно, что он стоит на рынке. Может, поднимемся на второй? А, да. Так, забылись совсем. Так, поднимаемся на второй этаж. Так, а что мы здесь видим? Так, что? Да, сейчас покажем. Так, вот такой вот вид. Плеваться хорошо на такой дом. Так, так, так. Что это такое? Бонус-комната, да? Бонусная комната. Угу. Можно что-то делать, вторую гостиную можно делать, да, повесить. Ну смотри, все равно полы здесь надо менять. Они как-то идешь, они хрустят. То есть все равно. В общем-то, большой ремонт здесь нужен. Ну что, какую комнату посмотрим? Туда можно? Давай.
Так, это такая кладовочка, да? И можно гардеробная одежду вешать. Так. Здесь у нас еще такая кладовочка, полочки. Закрываем. Ой, так узко все. Вот это, конечно, неприятно. Так, включаем свет. Так, вот, здесь две раковины. Наверное, вот это мастер-бедрум, а? Смотри. То есть вот это они точно поменяли. Ну, это точно не мастер-бедрум. Да. Смотри, какая маленькая комната. Да? Так. А зачем они здесь две раковины поставили? Ну да, небольшая совсем. Так, здесь что у нас еще такая? Гардеробная. Но размер какой-то не мастер-бедрумный. Не хозяйский, да. Это правда. Это где они к соседям? Да ку-ку, что там у них? Ну, батут. Вижу батут. Угу. Ну, ты вот ходишь, слышишь, он... Хороший, но, конечно, дом требует капитального ремонта. Жалко. Даже все при том, что они пытались что-то сделать. Да, да, да. Но это не сильно помогло. Так, а здесь какой-то пленочкой они, может быть, от детей закрыли? Этому дому нужна, или собак. Нужны хорошие руки, да? Очень хорошие это руки. Люди, которые здесь жили, просто... Не любили дом. Да. Тебя кто-нибудь купит и полюбит. Да. Сделает из тебя конфетку. Это точно. Слушай, какая комнатка. Такая, смотри. Для ребенка. Такое впечатление, что здесь когда-то был чердак. Да. Тебе да. Есть такое впечатление, есть. Да? Потому, потому что низкие потолки. Крышу, низкий потолок. Угу. Но, знаешь, очень прикольно. Ну, для так уютненько. Например. Да, чтобы они здесь играли. Да, я была бы маленькая, комнату. Я бы любила эту комнату. Тут, смотри, что-то даже можно повесить. Угу. Полочки такие. Да, очень, очень была бы такая хорошая. Угу. В доме есть потенциал, но если бы... Слушай, так они здесь точно поменяли ковролин, да. Это я вижу, что новый ковролин. Слушай, еще знаешь, такое впечатление, как будто ты с горки идешь. Да, да, вот видишь, слышишь? Вот такой. Угу. Да. Ну что, пошли. Идем смотреть, да, двор. Господи, вот. С больной ногой. Или нет, но здесь 0,30 акров земли. Побольше земли, чем в предыдущем. Там 0,23. 0,23, да. 0,23, да. Так, вот такая вот летняя верандочка. С открытой сеткой. Да. Сеточку так вот эту так прибили. Сами, видать, как могли. И вот так вот все открывается кое-как. Да. Зеленый бассейн. Угу. Ой, я сейчас свой нос. Бассейнчик цветет. Значит, возможно, и фильтры какие-нибудь, знаешь, взяли, грязные. Забросили дом. Да. Давно никто не живет. Я даже странно, что 21 день назад, если выставили, значит, кто-то давно... Ой, белочка, посмотри, вот сидит возле пальмы. На тебя смотрит. Белка. Все, ускакала. Слушай, как он здесь глубокий бассейн. Обрати внимание. Очень глубокий. Мне кажется, сейчас такие по стандарту не делают. Стандартные, в принципе, они где-то... Угу. Ой, она на меня сейчас кокос сбросит. Пойду я отсюда. Где-то 6 или, по-моему, 6,5 фит. Я думаю, это где-то 8 фит. Да, 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 да. Ну, это в те времена строился, видать, он уже давно. По тем стандартам. А, вот вам бонус за этот дом. Ага. Это клен, между прочим. Так, ну хорошо. Что у нас здесь еще есть? Так, это к бассейну относится. Сарайчик с выбитой дверью. Слушай, ее просто кулаками били или топором. Знаешь, страшное дело. Боже мой. Знаешь, как в фильмах ужасов. А, я вижу, он с той стороны открыт. Ну, просто там, по-моему, двери нет даже. Или она открыта.
кто-то что ли забыл, что дверь не с той стороны. Ага. Да, видишь, просто не дверь. Знаешь, такое ощущение, что здесь курятник был. Ну нет, конечно. Ну куры-то так так. Да. Да, ну вот так. Ну, то есть облагораживать и облагораживать, в принципе. Очень много муравьиных. Я думаю, кто меня кусает. Угу. Давай-ка побыстрее отсюда, а то нас закусают, это точно. Да. Не знаю, что сказать. Ну, а что скажете вы? Ну, для нас выбор из двух пока очевиден. Первый вариант. Смотрите, ссылочку кинем под видео. А что ты можешь сказать по моргиджу? По моргиджу. То же самое, что и в первом примерно, да? То же самое, что и в первом. Ну, на 50 тысяч просто дороже, да, получается? Те же самые, да, цифры, потому что 50 тысяч, они не будут делать очень какой-то большой разницы. Единственное, что... Если в первом, при первоначальном взносе 10%, ну, если вы для себя покупаете 1500 в месяц, чисто моргидж без, ну, я насчитала, подожди, 1900 вместе со страховкой и с налогом, это первый дом. Да. То есть здесь получается 10% down payment, это будет 45 тысяч, 1700 будет чисто по лону, по... кредиту оплата. Кстати, налог в месяц здесь, если разделить 410, он уже будет повыше, здесь побольше площадь дома. И, к сожалению, по страховке я обычно беру $100, ну, если там есть хорошая крыша, например. Да. Здесь крыша, если она старая, не поймешь. Побольше. Понятно. Ну, так я взяла $100. То есть, в принципе, 2200 у меня получилось, грубо говоря, по кредиту в месяц. Вот так. Еще нужно в тот дом, не нужно вкладывать ничего, чтобы бассейн поставить, по желанию. В этот дом нужно еще сотенку, наверное, вложить. Да, как минимум, я бы даже сказала, знаешь. Ну, смотря, да, что вы хотите. Что? Ну, если все. Если копать стены, да, потому что все-таки это будет фрейм, знаешь. Да. Там блок был. Да. Здесь вот фрейм. То есть, если копать стены, еще я бы этот дом обязательно проверила на термитов. Да, тоже верно. Потому что вот фрейм какой, термиты любят. Естественно. Такое блюдо. В их меню. А здесь у нас просто гардеробная. Вот и все. Да? При входе. При входе, да. Да, при входе. Ну, понятно. Ну что, а мы поехали дальше. На третий объект? Да, поехали на третий объект. Спасибо, что вы нас смотрите. Оставляйте свои комментарии. Скажите, какой дом из этих двух понравился. Пройдите, посмотрите первый дом. Юля выставляла его в прошлом видео. Пишите свои комментарии. До следующей встречи. Пока. Пока.